Фестиваль детского творчества «Мир распахнутых сердец» проводится уже 17 лет подряд. В этом году он впервые проходил в обновленном конкурсном формате. Конкурс проводился по 5 номинациям. Это конкурс чтецов, конкурс песен, конкурс танцевальных коллективов, конкурс рисунков и фотографий семейных. В гала-концерте были представлены лучшие номера творческих коллективов и солистов. При поддержке педагогов ребята долго готовились, поэтому достойно продемонстрировали свои таланты. То, что мы репетировали вот в школе, в саду, там, да, это, конечно, я строго репетировала, а потом они у меня молодцы, мы их всех любим, они у нас звезды. Познакомиться с известными композиторами, получить удовольствие от самой подготовки и выступления, и самое главное – раскрыть таланты – вот для чего проводится детский конкурс. Благодаря этому мероприятию, этому конкурсу мы узнали много нового, раскрыли новый талант. И сейчас мы уже задумываемся вместе с мужем, супругом, развивать талант в пении, так как мы участвовали в вокальном номере, идти дальше. В год семьи тема фестиваля соответствующая – семья и родина едины. Некоторые номера были подготовлены с участием родителей. Такое взаимодействие с детьми очень сближает, считает папа Иван Алтухов, который в дуэте с сыном выступил под гитару. Максимально много времени провожу с детьми. У меня есть еще старшая дочь. Соответственно, как только с работы приходишь, все время только им. Победители фестиваля конкурса были награждены дипломами и памятными статуэтками. Остальным конкурсантам вручили дипломы участников. Это нас, взрослых, настолько вдохновляет, настолько мотивирует, чтобы создавать вам новые условия, возможности, всегда вас поддерживать. Всего участие в фестивале приняли 19 образовательных учреждений, около 240 участников и 13 коллективов. Дмитрий Книга, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.